Добрый день, приветствую вас на своем канале. Начинаем новый день, начинаем новый влог. У нас Кошава прекратился, на улице более-менее. И погода приходит в норму. У меня что было? Я вот посадила цветы. Видите, они такие обкусанные. И это у меня вот тыква, не, кабачки. Кабачки белые, а посмотрите, я когда болела, у меня была небольшая неприятность, было мне плохо. Я встала, у меня два вот таких горшка, вот они были объедены вот до такого состояния, до состояния палок. Я думала, ну коты, может, обглодали или еще что-то. И у меня два горшка вот таких вот цветов вообще объедены. Потом до меня дошло, что их жрут улитки. Вот эти слизняки, я их наверх подубрала. И сейчас нужно какие-то средства какое-то искать, чтобы опрыскивать. Также вот и с огурцами. Огурцы немножко поедены. И цветы вот я поставила. Они начинают идти в рост. Вроде листочки у некоторых остались. В общем, цветов получается у меня очень и очень мало. Вот такая вот неприятность у меня, короче, вот с этими всеми посадками. Ну, думаю, тыква, ой, кабачок придет в себя. Так, а завтра нас пригласили на день рождения, ну, вот этой девочке маленькой, 5 лет она, когда у них, в понедельник, по-моему, было. А вот завтра они, значит, приглашаются друзей. И Мария меня попросила, чтобы я сделала им прою. Что самое интересное, вот у ее мать, когда была живая, и она, они ели только мою прою, больше нигде не ели. Она говорит, у тебя проя получается, типа, самая лучшая вот из всех, кто делает вот в нашей вообще семье, и только, ну, правда, они ели только у меня, потому что у нее мать была много специфична, она так не везде ела, если не была уверена, а мою прою она ела. И вот она мне принесла, я говорю, Мария, значит, принеси мне вот такие вот, как они называются, формочки, так скажем, они бумажные, там по 100 штук в каждой, она вот купила 3, их там 300, считайте. Конечно, 300 не выйдет, но буду делать вот из всей вот это вот кукурузного, как она называется, муки. Вот посмотрите, нужно вот такая желтая кукурузная мука. Она мелкая-мелкая, она как порошок. И полента у них называется, кукурузная полента. Это как каша, но вот тоже желтая. Вот из этих. И сюда еще добавляется яйцо, соль, немного масла и газированная вода. У меня рецепт есть. И рецепт тоже давний-давний. Кто вот со мной на... Давно уже, тот знает, видел такой рецепт. Вот, я буду делать. То есть ничего такого. Знаете, скоро уже пойдет клубника вовсю, но сейчас она есть. Но она очень дорогая, потому что ее очень мало. Она стоит где-то у нас 450-500 динаров. А, да, вот такая цена. Но она есть, но она еще зеленоватая. Вот Боба мне сегодня купил, не знаю, килограмм или сколько. Я поела, потом прибегала девчонка ко мне в гости, маленькая, я ее угостила там, ну, немного, потому что она много не ест. Вот, вот и осталось. Я не знаю, будет ли, довольно, так скажем, клубники в этом году или нет, но я ее как бы не особо ем, ну, иногда витаминки хочется ем, она еще кислая внутри, она такая полупустая. Вот, но я замораживаю, потому что я очень много выпекаю, особенно зимой, и у меня на выпечку очень много уходит вообще всяких ягод, теста, маргарина, муки, вот, ну, что поделаешь. Напишите, сколько стоит клубника в ваших городах, потому что очень интересно, правда, очень интересно. И еще говорят, что у нас будет очень много малины. И поэтому цена на малину будет падать. И многие говорят, что даже не смогут найти людей, которые будут собирать малину, раз ее очень много, потому что не хватать будет людей на сборе малины. Вот чтобы вот такая вот проя получилась, для этого нам нужно. Сказала, муку показывала уже, я делаю вот такими вот стаканами. Навожу смесь, 3 яйца туда, стакан йогурта, стакан газированной воды, немного, грамм 50, наверное, подсолнечного масла, сода погашенная уксусом, все это замешивается и выливается по формам, и в
печь на 20-25 минут. Так, пошел йогурт. Все это хорошо размешивается. Сюда идут три яйца. Боба мне помогает, потому что я вам сказала, что у меня штатив поломался. Купить все никак не можем доехать. Вот. И все это хорошо перемешиваем. Так, дальше идет масло. Пробуйте на соль, чтобы соленая была по вашему вкусу. Выливаем, да, выливаем газированную воду. Перемешиваем. Да, сода погашенная уксусом, пожалуйста, вливаем. Перемешиваем. И все, тесто готово. Только осталось залить формочки и получить вкусные прои. Я вам говорила, да, что они мне попросили спаковать предъел, мезе, так скажем. Вот разные виды сорта колбасы. Вот здесь вот осталось у меня. Почему? Потому что будет сыр. Он еще не приехал, он приедет, привезет ее тесть. Будет положен сыр. Ну, я так понимаю, будет, как он называется, брынза. И сверху будет оливка. Вот две тарелочки таких. И так как сухой врат, ну, сухое мясо заканчивалось, сделала вот такие вот гофре. И с этой стороны у нас тоже будет просто сыр. Вот две таких тарелочки. И немножко осталось колбасы для того, чтобы добавлять, если что-то вот закончится на тарелочке. Вот такая вот я мастерица. И да, тут у меня полным ходом, не смотрите, идет стряпня. Вот у меня они проя. Вован попробовал, говорит, нормально. Я давно уже не выпекала прою. Не знаю, как получится. А вторая партия у меня, она немножко соленая. Сейчас вот выпечется, нужно попробовать. Вот у меня промежуточный такой получился, еще не хватает сыра. Я, конечно, вам покажу на столе, как это будет уже с сыром. Все, оставайтесь с нами. Смотрите, да? Заказала торт Мария, она, потому что Сара любит Эльзу, мультик любит торт. Здесь 2 килограмма 120 граммов в этом торте, украс. Тут нет у нее мастики, здесь все крем. Ну, и кроме вот этих игрушек всяких, побрякушек. 2 килограмма. Как вы думаете, сколько она заплатила за такой тортик? Представляете, 40,5 евро. Да? 40 евро. 40 евро. Ты сказал 4500. 4500. Представляете, вот такой торт. Я вообще в шоке. Ну, девочка обрадуется, конечно, но все равно я считаю, что это дороговато. Можно было сделать самим, купить эти украшения и нахерачить, нафуячить. Ну, это я так думаю. А что у меня думает Вован? Я дорого. Вот. И на кучи мог пешить. Вот так выглядит. Я сам я купил. Дай мне некий сок, дай воду, бред. Вторая тарелка вот так. Ну, красота же. Мария хозяйка, хозяйничает. Руску салату накладывает. А здесь рожки. Да? Катю, ты им найпамятнейся. Опа. Вот такой. Йо-йо-йо-йо. Попила си ракию. Кой ты у радио? Кой ты у радио? Више нема. Мара, ты си у радио? Да. Не мой да... Да дозволяваш да стои. Я реку, можда боли да пира, ова ми пояє нешто там овамо, знаш, кад узмем... Да вот и тераш, сами то радника, реку, я сам река, радника, я раз он и не чуштин. А, роштин, да. Реку, извините, кто и роштин. Жену не могу да радим я уже. И я сам ешо, кажем ти 6 месяцев ми држи на боли. Улазим я за лодовик. Можемо я мила да думамо. Чекай, ти малышко, мила, чи ти вмієш? Полако. І у ній спостарту.
Ajde, 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 вот так вот на такие кусочки режут, на тоненькие, чтобы хватило всем. А как вы торт, Тамара, то? Чокомоку. Чокомоку, а Ова Эльза? Шоколадно. Шоколадно. Так, смотрите, два кусочка торта я взяла себе. По заказу. Как ты стоишь, что гадишь? А я чекал там, что мне дают пари. Я не могу так говорить. Это делала сама Мария. Эй, то не негово, да? Они почти одинаковые. Ты кажешь твое. Ничем не отличается, только отличается украшением. Бабину ногу каже негово. Нет смысла было переплачивать такие деньги. Народу много. Тата, ударили суко. Добро, не, без разницы. Нема везе, горе никто не видит, дали криво. Нема, то француз, не можемо ништо. То само че... Сегодня следующий день. Вчера после дня рождения мы пришли домой. Я считаю, что это, ну, поздно, когда собрались в 4, пришли домой. 10 в 11 часу. Посидели так очень хорошо. Потом пришли еще родственники. Пришел брат двоюродный Бобана, то есть Марин, дядя. И пришла Иванка Бобанова, сестра Марина, тетка. У нас сейчас трава поросла там у соседей, и они косят, поэтому вот такой вот шум. Мария вот мне принесла торт, потому что там его осталось очень много. Увидели же, да, на какие вот, посмотрите, на кусочки они, огромнейший торт. Они вот на тонкие-тонкие кусочки его режут и вот дают гостям. Вот она мне принесла сегодня, чтобы я, как она сказала, засладила кафу, чтобы попить кофе. Ну вот, у нас на улице красота, 23 градуса. Дети на улице, выходной день. И сейчас я села немножко поработать. Я записываю самые основные моменты к видео, почему у нас родственник голодает и куда у него уходит приличная зарплата. Я записываю, чтобы не забыть какие-то вот основные ключевые моменты, потому что бывает, вроде как знаешь, да, а ключевые моменты из головы вылетают. Ну вот, решила записать, чтобы как бы сложился определенный пазл, когда буду рассказывать про него, и чтобы все было ясно, то есть как бы все было, чтобы структурировано. И мы решили с Бобаном выйти погулять по магазинам Техномания, Техномедия, Интерпрогресс, еще какие-то. Почему-то Бобан решил, что нужно мне купить новый компьютер. Вернее, компьютер у нас дома стоит, он стационарный. Купить мне лаптоп, ноутбук. Он сказал, лучше ноутбук. Потому что мы уже ремонтировали компьютер. И сейчас мы ходим, смотрим, сколько он стоит, какой лучше. И вот мы приехали, походили вот в Техномедии и посмотрели, походили в Техномании. Смотрим. На улице хорошо, 27 градусов. Ну, короче, приехали мы домой, посмотрели, и оказывается, все ноутбуки продаются без операционной системы. Я не знала об этом, Бобан говорит, он тоже не знал. Сейчас будем звонить друзьям, узнавать, сколько это будет стоить, как это вообще, что это выглядит, потому что я в этом деле профан, Бобан тоже. Ну, вот такие вот наши дела. А с вами были Бобан и Елена. Пока-пока.